Истории моих героинь, успешных женщин, самые разные, как и они сами. Сегодня моя героиня Байбулатова Жанат Тлюнгабыловна, аким Алешинского сельского округа Миндыгоринского района. Жизненный постулат Жанат Тлюнгабыловны Байбулатовой – отдавать больше, чем получать, наверное, родом из детства. Ее папа, секретарь парткома совхоза Джангильдина, и мама, заведующая фельдшерским пунктом, в любое время суток отдавали себя служению людям. Они были и остаются для нее примером отношения к людям и к своей работе. Утро акима сельского округа Жанат Байбулатовой начинается с составления плана работы на день. Она просыпается с мыслями о том, что сегодня предстоит сделать. И всегда переживает, как прошла ночь, все ли спокойно в уверенном ей округе. Самое главное в работе акима – быть неравнодушным человеком. Населению Алешинского сельского округа в этом отношении повезло. Байбулатова Жанат здесь родилась и выросла, и знает о своем округе почти все, причем в цифрах, и ставит перед собой амбициозную цель – вывести его в число стабильно развивающихся округов. Но при всей своей активной трудовой деятельности аким сельского округа много читает. Она остается прекрасной матерью и хозяйкой. В свободное время она любит радовать домашних вкусной выпечкой. Как ей это все удается? Никакого секрета нет, с улыбкой скажет моя героиня. И готовой формулы тоже нет. Я всегда на позитиве. Может, это и есть самое главное.